какие-то штучки непонятные на лице. У меня бывает такое где-то раз в полгода. И из-за того, что у меня в целом кожа нормальная, вот когда происходит вот такое, меня прям это выбивает из колеи, я не знаю почему. Итак, мне тут пришли продукты. Сейчас буду их разбирать. Обычно всегда заказываю продукты онлайн, потому что не люблю носить все на себе. А вот смотрите, как бы продуктов обычно много, поэтому очень круто, когда есть удобный сервис заказывать онлайн. Йоу, возьмите мои новые джинсы. Вышла, короче, сейчас в магазин, увидела в инстаграме у кого-то, как они готовили клубнику в шоколаде, и тоже безумно захотелось, и решила пойти купить клубнику и заодно встретить мужа. У нас сегодня, видимо, шел дождь из-за вот этой дурацкой белой фигни. Ничего вообще не видно у нас из дома. Непонятно, какая на улице погода. И вот сейчас вышла, только увидела, что лужа на улице. И, видимо, шел дождь. Так, вот мой сегодняшний улов. Мы купили клубнику. Потом я взяла еще 2 авокадо, потому что у меня осталось только 1,5. И еще взяла, как это называется, копченый лосось, чтобы делать бутербродики с ним. А сейчас сделаю клубнику в шоколаде. Понимаете? Я ее уже очень сильно давно хочу, но мне ее никто не дарит, поэтому сама себе ее сделаю. Так, тут я поставила воду, чтобы она сейчас здесь вскипела. И сверху мы поставим миску с шоколадом, чтобы он растопился. Вот тут, собственно, сам шоколад. Он молочный, очень вкусный. И сейчас буду мыть клубнику. Я очень надеюсь, что... эта посуда сейчас не взорвется. Я не так часто топлю шоколад, не знаю, как это правильно делается. Но видела в интернете, что именно так. Так, что? Попробуем. Клубника, кстати, очень вкусная, я ее уже попробовала. А, смотрите, она не берется. Как это произошло? Давай вырвал зайч. О, прикольно. Вот так прыгать можно. Итак. После того, как я последний раз снимала влог, прошло уже 3 дня. Да, очень тяжело мне возвращаться в строй ютубера. Вот, сегодня уже воскресенье. У меня, как вы видите, прошла уже вот эта вся сыпь на коже, к чему я очень-очень рада. И сегодня у меня очень просто, абсолютно домохозяйский бытовой день, потому что всю неделю я так на пофиг к этому относилась, потому что у меня было много работы. А сейчас, даже несмотря на то, что у меня много работы, я уже такая, нет, все, больше нельзя жить в этом бардаке, и поэтому сегодня у меня намечается уборка полностью всего дома. Хочу помыть духовку, хочу помыть холодильник, постирать вещи, погладить вещи, которые постираны, и я уже 3-4 дня их не глажу. Короче, очень-очень много всего. Еще сегодня хочу приготовить бургеры домашние. Я их никогда не готовила. Точнее, я их готовила, когда я еще была не замужем, и я жила у родителей, и там готовила не я, готовила мама, а я просто помогала. А сейчас я уже пропорли сама буду готовить. Вот. Как-то так, давайте перейдем к делу. Обещайте, что вы сейчас не будете меня осуждать. Давайте, я жду от вас этого обещания. Так выглядит моя кухня в воскресенье утром, потому что мне было лень мыть вчера посуду. И мы с Дауром весь вечер играли в игры и смотрели Demon Slayer. Сюда постелила пергаментную бумагу, сейчас закину сладкую картошку.
Итак, котлетки я буду жарить на нашей грильнице. Здесь постелила пергаментную бумагу. Сверху постелю еще пергаментную бумагу, чтобы это было более-менее, ну, не вредно, да. Так, а сейчас я буду нарезать овощи. Еще сюда было бы, наверное, хорошо добавить айсберг салат, но у меня его нет, поэтому будем без него. Это все овощи, которые у нас сегодня будут. Так, сейчас будем делать соус. Соус буду делать наипростейший, просто смешаю майонез с кетчупом, и на этом все. Я вспомнила, что у меня еще есть капуста, я думаю ее чуть-чуть нарезать такими очень-очень тонкими кусочками и добавить как салат. Ну и плюс еще хотела сделать салат из капусты морковки. Приступаем к сборке нашего бургера. Я чуть-чуть поджарила булочки. Так вот, что у меня в итоге получилось. Надеюсь, что вкусно будет. Конечно, вкусно будет. Ну что, садись. Здрасте. Здрасте. Куда идем? К друзьям. Да. Будем сейчас друзей поздравлять. I've been out of my head. On my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. Все-таки каждый раз убеждаюсь в одном, что вот мне реально нравится гулять у воды. Даже вот смотри, здесь особо ничего нет, здесь высотки, да, ничего. Но вот именно вода, не знаю, меня так привлекает, и просто хочется вокруг туда-сюда ходить рядом с этой водой. А, допустим, те же парки, ну, для меня это не прям вау. Типа, да, погуляю, погуляю, но все-таки вот вода, это что-то мое. Может, потому что я водный знак зодиака. Так, я вернулась. Покажу вам, что купила. О, май гос. Так. Оно что-то разлилось, что ли? Ладно. Короче, вообще я шла за кимчишкой, конечно же, купила две пачки кимчи, потому что мы с Дауром просто вообще тащимся по кимчи, с каждым приемом пищи его едим. Потом не удержалась, купила вот такую вот шипучку со вкусом манго. Манго сода. Сейчас ее выпью. Затем купила манго. Вы сейчас подумаете, что это мой любимый фрукт, но это не так. Я люблю манго, да, но это не мой самый любимый фрукт. Просто увидела недавно в Инстаграме рецепт классных блинчиков с начинкой, там нужно было манго. Я решила купить и попробовать приготовить. Так, next one. Купила я, значит, рисовую лапшу. Рисовую лапшу купила. И купила еще гречневую лапшу. Так, где она? Вот она. Гречневую лапшу, рисовую лапшу и рис. Корейский рис, самый лучший вкусный на свете, его купила. Ну, утащила только 1 килограмм, поэтому больше не стала покупать. И на этом все. А потом, короче, шла-шла, увидела, цветочки продаются. Мои любимые тюльпаны. Ну, смотрите, какая прелесть. Вот такие два маленьких букетика, видите, 2-4-6 за 6 фунтов. Это выходит примерно 3600-3500 тенге. Купила белый и фиолетовый. Смотрите, какая прелесть. Сейчас вазу поставлю, вообще будет красиво. Как вам мой аутфит в бассейн? Начала снова заниматься плаванием, наконец-то. Потому что с декабря месяца у нас был закрыт бассейн. Его только сейчас открыли. Вот, второй раз уже за эту неделю иду. И не учусь на своих ошибках. Иду очень поздно вечером, когда как раз все люди освобождаются с работы, и там сейчас будет очень много людей. Итак, сегодня уже суббота, и мы идем с моим красавчиком в корейский ресторанчик, который рядом с нашим домом. Ну как рядом, до него идти 40 минут, но относительно близко.
мы хотим попробовать там Korean барбекю и посмотреть, вдруг нам понравится, мы будем туда каждый день ходить. Че, как у вас дела? Представьтесь моим подписчикам с YouTube, которые вас не знают. Меня зовут Дориан. Я муж Алтынай. Мы сейчас сидим, кушаем. Пока еще не кушаем, да. Пока только пьем. Я скучный. Нет, не скучный. Я вообще не съеваю. Нам тут принесли эту горелку и мясо, и теперь непонятно, мы должны сами жарить, или она придет и пожарит. И это все еще принесли до наших аппетайзеров, ну вот за исключением чап-чай. Так, в итоге здесь нужно было жарить самим, мы тут уже закончили полностью то, что мы заказали, а это мы нечаянно заказали. Так оно еще и, ну, на вкус не супер, поэтому мы его просто оставим. Так, дальше здесь чап-чай мы почти доели. Овощи, как вы видите, мы даже не трогали. Точнее, я попыталась sweet potato пожарить, но оно у меня сгорело, и я решила, ладно, мы просто не будем. Потом эти панкейки, ну, я их ем в основном. А курочку мы просто по одному кусочку попробовали, и все. Итог. А, еще суп он съел. Итог. Нужно заказывать только один вид мяса. Два раза меньше. Да, чапче. Панкейки, можно сказать, потому что, в принципе, они вкусные. И, наверное, побольше листиков, да? Побольше листиков. И поменьше всего остального. Да.